что способен Атлас. КВА слишком долго терроризировала регион. Пора им намекнуть. Пожать руку премьер-министру, и весь регион будет мой. Возьмите его живым. И помягче. Давление? Какое давление? Удачи. Какое давление нахрен? Не понял вообще, про что они. Митчелл. Штурм. Мои люди на позициях. А кто это сказал? Не стрелять. Понял. Двинулись. Нигер, что ли? Понял. Конечно, понял. Не стрелять, так не стрелять. О, нифига. Вверх ногами, что ли, или что, не пойму. Или у них так пишут. А почему у меня не работает костюм? Включить магнитные захваты. Вверх по стене. Круто! Не зря я там говорю, читал, что-то там было написано про эти магниты. Эх! Сейчас ползем. Бага, ну где лезь? Твои перчатки за него не зацепятся. Блин, налево давай. Круто. Вот до чего техника дошла, да? Ой, это крутая штука. А, типа мы оглушили и взорвали, да? Что-то не слышно было. Комната заложников в 100 метрах. Сюда. Чисто. О, опять. Давай. Эх. Что это было? Гармонический импульс. Засекает организм живой преград. Начинаем выступление. Ладно, Митчелл. ЛКН. Подсветите врагов, затем нажмите ЛКМ, чтобы пометить. А, все, понял. Враги отмечены. Чтобы зафиксировать. Враги отмечены. Что за фигня? Враги отмечены. Да погоди, дай его отметить, что где он? Враги отмечены. Да как его отметить-то? Да блин, чё он не отмечался-то? Ёпта. Да как, почему он не помечается? Ну, нормально, ошибка хочется, да? Группа Атлас, всем стоять! Похоже, Аид смылся. Это не наша проблема. Митчелл, охраняй премьера. Где мой жучок тут летал? Ага! Митчелл, освободи премьер-министра. А, давай. Давай. Негритос. Они убили всех заложников. Ученых с нашего саммита. КВА были нужны они, а не мы. Аджани. Что? Мои люди видели их в фургоне. Цвет. Какой цвет? Белый.
Где он? Что? Уходит из центра. Отлично, пошли. Чё, отлично? На вас периметр. Сэр, вы в безопасности. Спасибо, солдат. Ну всё, всё, давай. Погнали. 2-1. Камера засекла белый фургон на Independence Road к юго-западу от вас. Понял. Юго-запада. Так. Чёрт, час пик. Армия Нигерии, уходите! Ё-моё, чё такое? Убирайтесь, дороги! На крыше автобуса враг с РПГ! Брось в них сенсорную гранату! Да... Тихо ты, подожди, как встать-то? Так... Сенсор, всё про... Смарт... контакт... Смарт, по-моему, да? Да. Ну, чтобы... Ага, ну все ясно, разобрались. Так. Снайперы на балконе! Используй овердрайв! Да перезаряжаться обязательно в этот момент. Встань ты уже. А, вон он, палит. Контакт. Осколочную ловите. А, вон он, блин, я его даже не видел. Чё, они нас штурмуют уже? Не, ребятки, не-не-не, так не пойдет. Давайте. Давайте-ка. Быстренько сюда. Раз. Голову. Ой-ё. Осколочную, что ли, киданул? Смарт. Патрончики-то нормально у нас? Чё-то бочка не взрывается. Спрятался, называется. Ух ты, ё-моё, фига сказанул. Ты как знал? Я её с самого начала приметил. Чисто, пошли. Когда только вон там подходили. Сразу видел, думал, палить по ней надо. Вас понял, мы на месте. Погоди-ка. Ребятушки. Где ящики с боеприпасами мне необходимо пополнить? Гранатки, по-моему. Так, уберись ты уже. Кто такой смелый? Гранатку-то кидаешь. Офига их там. Сколько их там, интересно? Офигеть. Ну-ка давай. Нет боеприпасов. Вообще офигеть. Да, нет он. Ну ладно, давайте, пока есть возможность. Туда стреляем. Прострелил? Нет, давай. А чё это такое-то? Извини, чувак, я в своего, походу, запалил. А, вот он. Красавчик один.
Круто. Ну, можно и так. А это в голову давай. Надеюсь, в голову. Сюда, через ворота. Ясно. Так, боеприпасы вот так надо подбирать. Сюда. Вот еще. Кто это что такое? А, ну знакомое это уже дело. Тема это знакомая уже к нам. Нам. Ух ты, а это вообще что? АК-12. Идут. Направо, быстро! Быстро, быстро. Вверх по лестнице! А, он очередями стреляет. Чё мне за говно подсунули? Ну, для голов нормально. Кто палит? Как, блин, где пушку подобрать другую? Во. Ну-ка посмотрим, с чего он меня тут стрелял. Круто. Так. Техничка!